Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании RS на цоколь H13, серия J81, температура свечения 6000 кельвинов. Поставляется в фирменной упаковке комплект. Внутри у нас находится шестигранник. Далее инструкция небольшая. Ну и также лампы. Вот так вот выглядят лампы. Они полностью металлические. Подключаются на питание 12 и 24 вольта. Вот. Металлические, сделанные для того, чтобы полностью все тепло, которое выдают светодиоды, а их установлено на одной лампе по 12 штук, с одной стороны 6 и с другой, распространялось все тепло по всей плоскости лампы. Таким образом, чтобы она не перегревалась. Общая мощность ламп заявлена 25 Вт. Сейчас мы подключим данную лампу на питание и посмотрим, как она будет отсвечивать. Лампу мы подключили. Световой поток, хочу сказать сразу, очень яркий, поэтому после установки таких ламп нужно будет корректировать фары, скорее всего, для того, чтобы не слепить встречные автомобили. Температура свечения заявлена 6000 кельвинов, но, в принципе, как мы видим, она такова и есть. При покупке на комплект распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость комплекта ламп вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.